Друзья, всем привет! Вы на канале «Паркет на диване». С вами Сергей. Мы находимся сегодня в замечательном городе, в солнечном городе, городе-героя, который называется Брянск. В самом сердце Брянска. За моей спиной площадь Ленина. Сам дедушка Ленин каменный стоит там. Администрация. Почему мы снимаем в городе Брянске? У наших друзей появилась кофейня, которая, скорее всего, будет называться «Кофе Блюз». Пока еще точно не решили. Как раз мы стоим возле входа в эту кофейню замечательную, где мы поставляли сюда строительные материалы. Мы помогали производить ремонт. Частично, конечно, не весь. Сейчас пойдем вовнутрь и посмотрим, что получилось. Погнали! Вот она, кофейня, кофе блюз, наверное, так будет называться. За моей спиной очень крутая стена, которую мы возводили из массива ясеня. Это массив ясеня, производство Косвик, Белоруссия. Цвет называется ясень кофе, так как это кофейня, конечно, ясень кофе. Монтировали мы это все на двухкомпонентный клей производства Вермейстер Zero. Это один из самых вообще крутых производителей паркетной химии. И Zero, потому что он максимально экологически чистый. Закрывали уголки, просто брали уголок из дуба, тонировали его здесь на месте и приклеивали, закрывая торец. Вот он наш массив. Косвик, толщина 20 мм, ширина 110, разнодлинка, естественно, под лаком. Что здесь получилось? Очень крутой интерьер в самом центре Брянска. Что мы сюда поставляли? На стене можем увидеть лепнину производства Perfect. Барная стойка. Также мы отделывали массивом, закрывали вот эту вот часть. Очень круто сочетаются в данном интерьере натуральный камень, натуральное дерево, специально выполненный под заказ МДФ панели. Смотрите, как очень круто смотрится. Мне здесь все очень нравится. Я думаю, что будет очень крутая кофейня, которая расположена на проспекте Ленина 24, если не ошибаюсь. Да, самый центр. Кофейня откроется примерно где-то через месяц, поэтому, если вы в Брянске, обязательно заезжайте в Кофе Блюз. Думаю, название не поменяется. Очень крутой стиль, сочетание лофта и классики. Что сказать, круто. Вы сами все видите. Мы снимем еще одно видео в этой кофейне, кофейня Блюз, в следующий раз, как попадем в этот прекрасный город Брянск. Очень замечательный город. Мы всегда, когда сюда приезжаем, всегда светит солнце, всегда тепло, все люди улыбаются, красивые девушки. Я люблю Брянск. Думаю, что данное видео вам понравилось, какие-то кофейня прекрасная. Думаю, что через месяц вы уже попробуете вкусный кофе, который здесь будут делать, а он будет вкусный, я вам обещаю. Друзья, подписывайтесь на канал «Паркет на диване», ставьте палец вверх, колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск. Ну и всем пока!